Чарли Чаплин оказался создателем популярного мема «Неверный парень фото» https://twitter.com/tamdrian/status/1006023290894499849. Пользователи сети случайно обнаружили, что прародителем популярного мема «Неверный парень» оказался. На неожиданный факт обратил внимание пользователь petergaldberg.v 1922 году. Вышел аниме-короткометражный фильм «Чаплина. День получки», в котором он сам исполнил главную роль. В этой картине присутствует сцена, которая до боли напоминает сюжет мема. Герой засматривается на проходящего мимо девушку, в то время как на него осуждающе смотрит жена. Я дико извиняюсь за это, но... Подписчиков Голдберга поразило сходство сцены из старого фильма и популярного современного мема. Чтобы изображения стали еще более похожими, энтузиасты моментально сделали зеркальную копию скриншота из картины 1922 года. Вот, теперь исправлено. Пользователь. В скором времени мем про неверного парня обрел вторую жизнь. Юзер начали использовать изображение с Чарли Чаплином в качестве основы для новых шуток. Популярный формат мема. Я, тот же мем, только с Чарли Чаплином. Автомобиль Ford, я, обычная лошадь и повозка. Мем про неверного бойфренда стал популярен в начале 2017 года. Пользователи снимок в фотобанке, после чего стали использовать его для иллюстрации различных жизненных ситуаций. Как выяснилось позднее, снимок испанским фотографом Антонио Гилемом в 2015 году. Автор снимка даже не представлял, насколько популярной станет его работа всего через пару лет. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале. Подпишись. Ссылки по теме.